Ну вот такая у нас есть карточка на 80 евро вдвоем. Санаторий Градиали. Вот он, санаторий Градиали. Нам подарили где-то полгода назад. И все никак не могли сюда приехать. Городская карта бесплатная. Здесь можно ботинки почистить. Два выхода. Один вход, два выхода. Ресторан. Прикольно. Гамаки. Точно санаторий. Смотрите, какие шишки накидали вместо травы. Ага. Вот такая карточка. А, две карточки. И на бассейн сразу захотел. На пятом этаже, может, даже море будет видно. Пятый этаж. Там камера. А ты на второй этаж заехал и на пятый? Всякие массажи. Спортзал. Какое? На массаж еще входит в комплект бесплатный. Платный зал. Тут, ребята, минеральная вода бесплатная. Не из таких вот, а там такие краны есть. С чашкой подходите, датчик срабатывает. Есть горячая вода минеральная, теплая. Есть холодная. Так, это второй этаж. Что, на пятый давай гоним. Что тут? Процедуру графика. Я не все могу снимать, тут не очень-то разрешаю. Дождь идет как могло. О, как на Майорке открывается карточкой. Ну что можно сказать? Сразу посмотреть, что тут такое. А, наверное, карточку надо ставить. Надо карточку ставить. Угу. Как в Испании, как, чтобы свет горел. Прикольная плитка. Ванны нету, но она тут и не нужна, в принципе. Закрой дверь. Так, что там дальше? О, с балконом, круто. О, минералка бесплатная. Тихий, телефон, курить нельзя. Чего? А-а. Ну что, на балкон сходим, тогда посмотрим, что там. О, низко, жилье, с тобой. Да? Так. Что, на балконе нормально? Да. Хамаки.
Ай. А холодильник, наверное, здесь. Точно, шиваки. Что там есть? Ничего там нету. Но работает. У меня тонки. Ну так нормально, так нормально. Еще сейф есть, ребята, вот. Где свет? Вот сейф, инструкция. Первый раз вижу, чтобы обойден указ был. Точно. И сахар, чай какой-то, халаты с тапками, тапки какие-то одноразовые вроде. Градиалис, Градиалис, такая сумка, Medical Spa Hotel, полотенца. Я видел, что они ходят. Ты есть место, да. Бассейнус, ты с халатами. Все ходят с халатами тут. Еще вода вот такая тоже бесплатно. Счет халатов. Один халат 40 евро стоит. С тапками. Это если хотите приобрести. И сумка. Сумка 10 евро. Ну хорошо, а вот допустим полотенце, что полотенце тоже нужно платить? Ну ты, как скрепишь, ты еще, я по кетру, да. Короче, я пиду сок, эксмо. На 7-й этаж заехали посмотреть, что тут как. Камеры везде. Лина думала, маленький отельчик. Короче, ребята, не было мест всю неделю, не было мест, было все занято. И только вот в воскресенье вот освободилось. Здесь уже снимать нельзя, ребята. Так издалека подойду. Там самокаты электрические 10 евро в час стоят. Вот там вот виден впереди минеральную воду можно взять. Посмотрите, все на крутых тачках приехали. Ну почти все. Что, ребята, вышли мы показать, как тут на улице, какой воздух. Идем там покажем вам, что там за инсталляция камней, велосипеды на прокат. Ну у меня свой самокат в машине, всегда со мной. Может, съезжу, если будет хорошая погода, снова палангу с дрона сниму. Отсюда доеду до моста, до пирса. Вот, нельзя людям. Тропа для босоногих. Что это? Рефлексотерапевтическая тропа предназначена для хождения босиком. Тропа сформирована из различных натуральных материалов и создана таким образом, что вы, прогуливаясь по ней босиком, вы почувствовали разнообразие и воздействие творений природы. Вот камни. Вот наш, собственно, вот отель. Турция отдыхает. Были в Турции, жутко не понравилось, больше никогда в жизни не поедем. Лина только успевала от турков отбиваться, которые приглашали в магазине там на второй этаж посмотреть что-нибудь. Один там турк даже у меня
гимн СССР спел. Так, вот. Тропа прикольная. Лина говорит, завтра. А, и сейчас она пройдет. Посмотри, даже здесь стекло есть. Битое. Еще раз покажу. Знаменитый спа-отель. Градиали. Вон там Лина, ведро стоит. Варик. Рагана. Давай через стекло. Давай через гранит. Давай, давай, давай. Давай, через шишки, давай, давай, Варик, давай. Это шишки, ребята, лесные. Но это тут ерунда. Пеньки. Помнишь, как было? Давай, давай. Первый пошел. Ривьера. Давай, Ривьера. Ви... Да, и... вспомнила. Да, бабки, не мама. Ниццу вспомнила. Там какой пляж. Одни вот такие, да. Жвиркелис. Ай-яй-яй. Это не знаю, что такое. Ну, что, наш лес. Полки. Труха. И все. Yeah! Кто помнит, друзья, по РТР такую передачу, там пели: я всегда беру с собой видеокамеру. Все, идем дальше показывать. Тут отдельная площадка, не знаю для кого, но она со шлагбаумом. Вот халат. Халаты как... как каратисты. Так, ребята, разобрался я насчет этого всего. Это все бесплатно. А вот если хотите купить, тогда по 40 евро. Это 40, это 40. Этот мешок 10 с полотенцем. Сейчас пойду покажу бассейны. Спасательный круг. Баня. Телефончик. О, водичка.
Вау, Скитян! Ну гарай, лав. Евро стоит ужин, шведский стол. Вальги.
Rankos. Курась, мулька. Там бразильская команда футбольная приехала. Вот. Там сейчас поет один голый мужчина. Что-то по-бразильски на третьем этаже. Руки поднял. Как мог, я сейчас его приблизил. Ну что, надо к морю сходить? Грибы есть. А это вот танцующее дерево нашел. Полутанцующее. Вот там еще одно. Все, уже в Градиалис не пускают людей. Сейчас парень один в регистратуре стоял. И у него не было паспорта возможностей. И ему отказали, он там говорит, что все заплачено у него там, и, короче, он там стоял, и в общем, ушел. Еще одно дерево танцующее. Долина, а вот. Еще в Паланге нужно платить, там морской пляж, платить евро в сутки, называется Pagalvium Mokestis, что в переводе плата за подушки, ну типа, что вы в Паланге. Это во всех странах есть такой Mokestis. Да, на женский пляж, Лина, ты пришла. Все, друзья, до новых встреч. На мужской. До новых встреч.